Люди, про которых вы думаете, когда смотрите их профили в социальных сетях, это не живые люди. Это образы, которые вы создаете внутри своей собственной головы. Вы этих людей как бы придумываете, когда вы знакомитесь с кем-то по интернету, а потом встречаетесь с ним в реальной жизни. Вы же понимаете, что это два совершенно разных человека. То, что вы себе нарисовали, и тот человек, который существует на самом деле. Тот человек, в отношении с которым вы на самом деле ведете внутренние диалоги, и тот человек, который даже не в курсе, что вы про него думаете. И дальше возникает конструкция, что у нас есть полное ощущение, что мы живем в мире других людей, и их очень много, и у нас обильное общение. А на самом деле все эти люди – это симулякры, это такие фикции, которые существуют внутри вашей собственной головы.